Добрый день, друзья! Мы с вами в центре. Прекрасная погода. Сейчас выйдем во двор. Парадная, лифт. Иногда в старых домах лифт снаружи. Я вам показываю. Здесь лифт внутри. Квартиры. Высокие потолки. Сейчас выйдем во двор. Видите, граффити. Симпатичный двор. Сейчас увидите, покажу вам улицу. Лифт один, тут достаточно и одного. Чистенько, аккуратненько, ремонт везде. Вход по кнопочке, почтовые ящики, мало квартир. Всего в парадный раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 18 квартир. И выходим во двор. Вышли во двор. Аккуратненький фасад. Зеленая лужайка небольшая. Фасад. Симпатичный двор, да? Пройдем на центральную улицу. Киска спит на машине. Спокойная такая. Все так у нее прекрасненько. Ой, а тут много кисок. Смотрите, они, наверное... У них тихий час. Покушали все и спят. Сытые, толстенькие киски. Рыжик. Ладно, спите, не буду вас тревожить. Так, на первых этажах разные организации, курсы иностранных языков, женская одежда, магазин. Хорошего дня, ребят, хорошего настроения. Мы сейчас часто бываем в центре. И днем нужно по работе бывает. И просто прогуляться вечером. В 8 часов все парковки бесплатные. Светло на улице. Долго еще светло, можно гулять. Поэтому чаще стали приезжать. Погодка отличная. Здесь тоже рядом двор. Ворота автоматические. Главное, чтобы не закрыли нам ворота. Видите, с одного двора в другой двор. Парковка запрещена. Здесь тоже фасад аккуратненький. Ой, а здесь, смотрите, из одного двора. И пошел через дворы колодцы, и выходишь совершенно... На другой улице. Площадка детская. Да, через арочку. Класс. Вот эти проходы через арки. Интересно. Чистенько, все аккуратно. Из одной арки в другую. Мне хочется с вами, знаете, куда пройти? Наоборот, в ту сторону. В Петербурге прекрасная погода, дождей нет. 21, 23.
комфортно гулять. В центре вообще ни о чем не хочется говорить, просто идем, наслаждаемся, смотрим вокруг, получаем удовольствие. Хорошего дня, ребят, хорошего настроения, прекрасное вам солнечное, вот такого голубого неба, солнечной погоды, как у нас. Ага, машина в другую сторону едет, и мы сейчас выйдем на центральную улицу. Заезд только по кнопочке, конечно, в этот двор, как и во многие. Кафешка внутри двора. Магазинчик. И вот выходим. Пройти можно, заехать только когда открываются ворота. По кнопочке. В этом доме с 1944 по 1975 год жил писатель Сергей Довлатов. И вот двор, где мы с вами были. Адрес Рубинштейна, 23. Одна из центральных улиц Петербурга. Спасибо за лайки, за комментарии. И просто, друзья, наслаждаемся прогулкой по Петербургу. Все летние кафе уже работают. После 8 приезжаете, кто на автомобиле, и паркуетесь. Гуляете. У нас уже начало белых ночей. Поздно темнеет, очень рано рассветает. Тепло, приятно, комфортно. Атмосфера города. Адрес вам покажу. Рубинштейна, 23. В основном буду снимать вам коротенькие видео, когда в центре будем. Вот еще один двор. Оплата парковки в терминале. Вот то, что я вам рассказывала. Видите, номер парковки, парковочная зона 7805. Плата с 8 до 8. И подробная инструкция, как можно оплатить. Но если вы заезжаете во двор, вот мы сегодня заехали во двор, нам открыли, и мы заехали, тогда можно и бесплатно. Вот так вот рядышком парковки. Все, друзья мои, гуляем. Хороших дней.
Thank you.